это положение, после чего садимся и уходим в чатуранга дандасана. Либо после кувырка чатуранга дандасана. Перекат вперед, вдох, назад, выдох. Сгибаем ноги в коленях. И переходим к стойке на голове. Для начала захват за плечи. Для того, чтобы выставить локти на нужное расстояние, переплетаем пальцы и опускаем голову вниз. Руками держим голову несколько шагов. И вот в этом положении вытягиваем спину. Это самый простой вариант подготовки к шуршасане. На первом этапе практики фиксируется именно это положение. Опускаемся вниз, вытягиваем руки, шишанкасана. После перевернутого положения обязательно выполняйте шишанкасану. Для тех, кто чувствует себя уже более-менее уверенным, переходим к дальнейшим отработкам. Стойки на голове, сгибаем ноги, колени, бедра к животу прижимаем и медленно выводим бедра вверх. Затем уже выпрямляем ноги в коленях. Стараемся слишком сильно к пояснице не прогибаться. Можно отрабатывать стойку на голове около стенки. Либо при помощи ассистента. Для того, чтобы опуститься вниз, сгибаем ноги в коленях. И снова бедра приближаем к животу, затем опускаем ноги вниз, вытянутый наклон шишанкасана. Следующий этап освоения стойки на голове. Поднимаем вверх уже прямые ноги в коленях. И тянемся больше вверх пятками. Стараемся почувствовать вытяжение спины, ноги в грудном отделе. Если чувствуем себя уверенно, опускаем ноги чуть вниз, фиксируем положение, взгляд на больших пальцах ног. Поднимаем ноги. Разводим колени в стороны, стопы вместе. Бхатхапанасана, ширшасана. Это для тех, кто в ширшасане стоит достаточно уверенно. Разводим ноги в стороны. И еще для более продвинутых пробуем выполнить такого плана скрутку. Здесь мы немного скручиваемся в отделе поясницы. И ноги стараемся держать прямыми в коленях, чувствуем натяжение под коленками. В другую сторону уходим в скрутку. И снова разводим ноги в стороны. Соединяем стопы. И медленно опускаем ноги вниз. Сначала фиксируем положение параллельно полу. Затем снова поднимаем ноги вверх. Спеша начинаем опускать вниз. Колени вниз. Вытягиваем руки. Шишанкасана. Поднимаем голову вверх, выпрямляем ноги,
Ложимся на спину, беремся за бедра, вытягиваем позвоночник из таза, укладываем позвонок за позвонком на пол. Затем раскрываем плечи, расслабляемся. И переходим к шавасане. Медленное ровное дыхание. Наблюдаем за дыханием и расслабляем тело. Внимание к животу, на вдохе живот поднимается вверх, на выдохе опускается вниз. Живот все мягче и мягче. На вдохе живот вверх, на выдохе вниз. Здесь наш центр, расслабляем его. Снова на вдохе вверх живот. На выдохе из живота посылаем расслабление к периферии, к пальцам рук, к пальцам ног, к макушке. Снова вдох, живот вверх, выдох, расслабление к периферии. Опять вдох, живот вверх, выдох, периферии. И затем тело наше расслаблено, концентрируемся на дыхании, на том, как вдох переходит.